Всем привет! Сегодня мы с вами нарисуем и сделаем из ваты снеговика. Для начала нам понадобится карандаш и ластик, вата, клей, ножницы, фольга, кисточка и краски. Снеговик состоит из трех кругов. Нижний – самый большой, средний и голова. Также нарисуем треугольную шапочку, ручки и ножки. Теперь обклеим нашего снеговика ватой. Отрываем небольшой кусок и разделяем на более тонкие части, придавая им нужную форму. Наклеиваем каждый кусок, заполняя ровно всю поверхность. Готово. Для шапочки нам понадобится небольшой кусок фольги, из которой мы вырезаем треугольник. Наклеиваем. Возьмем краску синего, белого и черного цвета. С помощью синей краски сделаем фон. Красим аккуратно, не задевая вату. Белым цветом нарисуем снежинки. Черным цветом нарисуем глаза, аккуратно промакивая кисточкой вату. Также рисуем улыбку. Для носика будем использовать красный цвет. Также можно белыми мазками добавить снежинок. Синим цветом прорисуем снеговику части тела. Наш снеговик готов. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!